Наводить порядок на остановках обяжут городских перевозчиков. Дворников от этой обязанности освободят. Такое предложение высказал мэр Макеевки Александр Мальцев. До 1 августа частные компании обяжут заключить договоры на сумму от 300 до 500 гривен, согласно которым они будут убирать и вывозить мусор с территории остановочных пунктов. Пока поддерживать порядок таким образом собираются на Макшоссе и по улице Ленина. Уйдем от проблем райадминистрации, мы уйдем от всех проблем. Просто напрямую. В том числе и с частниками.